Столь короткого заседания с единственным вопросом повестки дня журналисты не помнят уже давно. Парламентарии должны были закончить вопрос формирования членов ЦИК еще накануне. Однако по разным причинам решение было разделено на две части. Сегодня завершили начатое. На 4 места в ЦИК было предложено 5 кандидатур. Гранзе работал юристом в ЦИКе, остальные были в свое время избраны парламентами, работали там. Хаджикян Ануш – это секретарь ЦИКа. Романенко – единственный представитель Гагринского района, где наибольшее количество избирателей после города Сухум. Кроме этих четверых, наш коллега Алмаз Северянович предложил еще одну кандидатуру – Джинджоли Алхаса Мавриковича. Я хочу, уважаемые коллеги, сказать, что это рейтинговое голосование. Кто больше голосов набрал, тот и становится членом ЦИК от парламента. Депутаты голосовали тайно за каждого кандидата в отдельности. В итоге утвердили четверых – Ануш Хаджикян, Александра Чингели, Алексея Романенко и Аля Сабранце. Новый состав Центральной избирательной комиссии сформирован. В ближайшее время на своем первом заседании члены ЦИК изберут нового председателя. Низ Фаршева, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.